нас нет... Я вышел сюда, потому что мой боевой друг, герой Абхазии, Шамиль Адзенбек, который я с кем всю войну прошел, и когда он первый подорвался на мине и подошел к нему, первые его слова я помню. Конец моему футболу. Вот это я помню, Шамиль. Мы выиграли войну. Наше поколение, которое здесь сидит. И сегодня мы вам в руки передаем те рычаги управления, которые сегодня должны решить судьбу нашей Абхазии. Сегодня судьба Абхазии в ваших руках, у вас в молодежи. И вот эту судьбу я прошу не упустить и встать рядом с такими задорными, с такими молодыми инициативными, которые вас просят, встаньте рядом с нами, встаньте с ними. Я не говорю, встаньте со мной рядом. Со мной рядом уже они стояли. Теперь я вас попрошу, встаньте с ним рядом и поведите нашу страну вперед. Будущее Абхазии только мы видим в ваших руках. Я встречаюсь с многими людьми, которые говорят, что я вот, да, я пойду проголосую, но я вот всех вычеркну, я, никто мне не нравится, там, третья, десятая. Эти люди не думают о себе, в первую очередь. Эти люди не думают о своих детях, эти люди не думают о будущем нашей страны. Вот на примере нашей команды, да, «Нарты из Абхазии», мы, когда начинали там свою КВНовскую деятельность, многие в нас не верили. Были такие вопросы, там, куда вы лезете, где Абхазы, где КВН и так далее. Первый человек, кто, ну, один из первых значимых для нас и, наверное, для всего абхазского народа людей, кто в нас поверил, это был Владислав Григорьевич Арзенбаум. Он в нас поверил, и у нас был стимул. Мы, несмотря ни на что, без каких-либо там корыстных целей, мы шли вот к той своей заветной победе. Мы под абхазским флагом, будучи непризнанным государством, мы представляли Абхазию. Мы боролись за каждую букву, чтобы там она была, чтобы город там Сухум правильно произнесли на Первом канале. Не Сухуми, а Сухум. Мы говорили, мы не выйдем на сцену, если вы не скажете. Если вы не скажете, команда КВН Абхазского государственного университета. То есть мы боролись, и мы добились этого. И также Владислав Григорьевич поверил в одного человека, которого зовут Рауль Джункович Хаджимба. И мы в него поверили. И с 2004 года мы до сих пор верим в этих людей. Дайте возможность проявить этим людям. Сегодня такая замечательная команда: Виталий Габния, Шамиль Адзенба, Ахраб Жания, там, Ливан Мика. Много-много людей, кого можно перечислить. Эти люди, мы верим в них. Они могут реально изменить нашу страну к лучшему. Давайте проголосуем за этих ребят, пожалуйста.